Привет, я Вика. А это мои облачные друзья. Привет! Мы живем в России. В Ямало-Ненецком автономном округе. В городе на полярном клубе Сальхау. В нашем городе много... достопримечательностей. Стелло-полярный клуб. Памятник мамонту. Оленю. И другие. Главное, в нашем городе живут замечательные люди. Русские, белорусы, коми, зыряне, татары, немцы и другие. Но земля с древних времен принадлежала сельским народам немцам. Они живут в чумах. И их домашние животные олени. Многие думают, что мы ездим в школу и на работу на оленях. Наше богатство – это рыба. Многие рыбы занесены в классную книгу. У северных народов много орнаментов с разными значениями.